Всем здорово, ребят. Ну что, давненько я не забегал, наконец-таки уже вроде плюс-минус провели нормальный интернет. Надо будет еще донастроить все. В общем, не заходил, наверное, сколько, неделю на аккаунт. И тупо подфартило. Я теперь не знаю, что знаете, что лучше выбрать на этом аккаунте. К сожалению, это не на сардельке. Смотрю, даже парящий открылся. Открылась хватайка, в которой просто тупо подфартило, и я затащил просто бешеным везением 30 жетонов, больше, насколько я знаю, просто не падает, и у меня теперь дилемма, знаете, что забрать. Либо по 30... Так, а что это у нас за музон играет? Какие-то новые песни. Либо забрать 200 пыльцы, словить какие-то осколки и забрать 5к самоцветов, либо забрать 2 донатных карты. Сейчас я гляну, что у меня вообще по героям здесь делается. Я уже хотел, честно говоря, сливать этот аккаунт, но думаю, ну сливать, не сливать, не знаю. Мэри, фанатик, колдун, механоид. Ну, понятно, что механоида я здесь не соберу, дуэлянт, лист божество, короче, здесь дофигища, матрона, бард. Но обычный герой, в принципе, у нас есть. Единственный, кто у нас по обычным героям. Матрона, берсерк, магия, три. Три обычных героя не хватает. Все остальное это дано. А, и мастер рун, четыре. Четыре героя. Так, что там у нас по острову? Новый островок запустился. Ну, блин. Хотя карту можно вытащить. В принципе, неплохо. Можно карту официального отсюда вытащить. Если, конечно, повезет. Больше прицел у меня нет. Так, что тут у меня за плюхи? А, вот еще набор самоцвета. Короче, знаете, такая дилемма. А что в дереве? Давайте дерево еще чекнем. Тут карта есть. Но мне не хватит. Однозначно этих самоцветов не хватит, чтобы вытащить карту. Что лучше взять? Не знаю даже. Ну, наверное, заберу. Ну, я знаю, отсюда дуэлянт упадет, как обычно. И при большом везении, возможно, еще упадет там Барт либо Мэри. Короче, забираем вот это вот и не паримся. Поехали. Чик, 30 механоид альфа. Но мне больше интересно сейчас. Сейчас мы и паролим в итоге. Так, парящий остров. Поехали сюда сначала изначально. Вот у нас есть 210. Так, два сундучка. Нифига себе, сундуки начали падать. Прикольненько. Мешок. Да, что-то такое. 100. Опять 100. Ну, эмблемы, ну нафиг они нужны, в принципе. Их, ну, вот надропаешь ты дальше, что? Нифига себе, вот это у нас просто прет на дроп. Я вебку перетащу в другую сторону. Вот так вот сделаем. А то, как обычно, многие скажут, блин, опять все закрыл. Хотя, что тут закрывать на русском сервере, по сути, дроп вообще никакой. 2. 100. Что-то как-то так странно падает одно и то же. Нифига себе, ребята. 10-я эмблема. Можно было бы, конечно, 2 карты, но мне интересно, словим ли мы за 200 пальцы здесь хоть одну официальную карту или нет. Еще 2. Ну, камешки вот эти вот синие начали падать очень хорошо. О, ничего себе, 5. 5 темного колдуна. Я этих героев вообще не собираю. Ну, не знаю, такое говнецо, честно говоря. О, 10, смотрите, у меня скоро здесь будет механоид.
Так, трэш. А, все, фуловые забираем отсюда, значит. Так, получить все. 618 сундуков. Да. Поехали. Всем поп... Нифига себе, вот это пропа, смотрите. Еще одна десятая эмблема. Не, ну карту понятно, я отсюда вряд ли вытащу уже. Сундук питомца, нифига себе. Окей. Поехали, пооткрываем эти плюхи сейчас. Что мы повытаскивали. 6000 самоцветов. Ну, сейчас будет у нас просто мегароллинг. Так, эти сундуки открыли. У меня тут еще должны были быть сундуки. Да, мы в прошлый раз еще сундуки пооткрывали. Вытаскивали карточки, сменки. У меня тут нормально сундуков на этом аккаунте накопилось. Так, ну давайте кого? Саван, в принципе, неплохо. Так, две эмблемки. Чик. Печальные эмблемы, конечно, дают. Так, что у нас еще? Смотрите, сколько у меня здесь сундуков валяется халявных. Нормально, сейчас хотя бы книг с пятых натащим для прокачки. Может, мастера рун затащим? Кто его знает. Так, есть осколки. Блин, да тут творится такое на аккаунте. Надо будет произвести чистку. Чистку склада срочную. Нормально, книг подкопили. Ну, я считаю, это очень круто, когда тебе падает 30 жетонов. Конечно, лучше бы они упали на сардальке. Это было бы интереснее. Там бы можно было бы хорошенько потрешивать. Но, к сожалению, попробовать вытащить. Ну, здесь тоже есть недостающие обычные герои. Так, сейчас я перемещу себя обратно, в принципе. Еще не донастроил. Все. Такс. Что у нас есть? 7000 самоцветов, ребят. Целых 7к. Поехали. Бесплаточка. Палач. Чик. 450. Интересно, хоть одна лего мне упадет недостающая. Они вообще не падают. Так, бог грома. Дама холода, нифига себе. Нифига себе, ребята, дама холода. Ну, она, по-моему, есть. Матроны у меня нету. Дама холода, мы его убивали, по-моему. Да, дама холода есть. Одержимый. Капитан Дрейк. Да ты что, нифига себе, посмотри. Это просто, ребята, это просто самый эпический роллинг на этом аккаунте. В конце, конечно, нападал Олег довольно-таки нехило. Так, и того, что мы имеем. Нет, недостающих нифига, а что это за шестая? Нифига мы не вытащили. Можно было бы, конечно, многие скажут, можно было бы забрать донатные карты, но мне было интересно посмотреть на дроп донатных карт именно за пыльцу. И, насколько я понял, это печально все. Но с другой стороны, забирать, надеяться на удачу с двух карт, я не знаю. Я все равно на этом аккаунте, по сути, не играю. Мне больше интересно было ресурсы потратить. Но в итоге, что мы имеем? А ну, кстати, по книгам. 2500 книг. Можно будет силушку поднять, в принципе. У меня тут дофигища, наверное, мест просто свободных, не занятых. Тут даже гарнизонные герои. Короче, надо будет подумать, что делать с этим аккаунтом, так как я сейчас больше играю, даже на сардельку фактически забил. Я играю на бездонате на немецком сервере, и завтра ждите интересный видосик. Точнее, завтра я его запишу, а у вас это будет сегодня, я это тоже уже вам на следующий день закину. 123, короче, будем пробовать здесь силу, наверное, поднимать. И такие вот дела. Ну, везение есть везение. В общем, ждите расписания. Думаю, постараюсь заснять. Будут регулярные стримцы. Ну, конечно же, не по битве замков. Битва замков, вы сами поняли, она пробивает все дальше и дальше дно. Все. Всем удачи. Всем пока.